В шашках бить обязательно. Но прежде чем побить шашку соперника, будь внимателен и аккуратен. В стоклеточных и бразильских шашках надо бить большинство. Но в русских шашках, если есть несколько возможностей для взятия, то можно бить в ту сторону, куда бить выгоднее. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько комбинаций, в которых одна из сторон добивается победы или ничьей только с помощью правильного удара. Буду бить аккуратно, но сильно. Первая комбинация. Белые начинают и выигрывают. Кстати, друзья, сейчас использую новые шашки. Белые и красные, потому что некоторые из вас жалуются, что плохо видно. Надеюсь, что так видно лучше. Напишите в комментариях, лучше ли видно или хуже. Белые начинают и выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Друзья, причем в этой комбинации надо будет правильно побить. Эту комбинацию придумал шашист по фамилии Салныков. То есть это композиция. Белые начинают ходом Е4. Ну, естественно, надо бить шашкой Ж. Если черные побьют в эту сторону, то бьем назад. И затем белые попадают в дамки и уже продолжают свой удар как дамка. И обратите внимание, что через одно и то же поле, поле F6, можно перепрыгивать два раза. Через одну и ту же шашку нельзя, но через одно поле можно. Поэтому в этой позиции черные бьют именно шашкой Ж на поле Е3. Теперь отдаем еще одну шашку и загоняем черных в дамки. Ну, в данном случае красных. Такая мини-гражданская война. Hg3, отдаем еще одну шашку. Делаем тихий ход. И затем проводим первый удар. Можете поставить видео на паузу еще раз, кто не нашел комбинацию, и попытаться все-таки найти выигрыш. В этой позиции надо хитро побить на поле h8. Черные обязаны бить. И вот теперь уже совершаем свой финальный удар. Белая дамка бьет сюда, затем сюда, затем сюда, затем сюда и сюда. То есть два раза перепрыгиваем через одно поле, это можно, но через одну шашку нельзя. И белые легко побеждают. Следующая позиция возникла из партии Кузиков-Шишкин. И мастер, а будущий гроссмейстер, нижегородский Юрий Кузиков, за белых провел в этой позиции комбинацию. Ход черных. Ну и в этой позиции, конечно же, надо было играть cb6. Белым пришлось бы играть fg5. Ну и здесь еще была возможна ничья за белых. А вот ход cd4 уже проигрывал. То есть черные проводили вот такую комбинацию. Отдаем одну шашку, затем еще две. И попадаем в дамки. Ну и видите, друзья, если нападать с этой стороны, то черные просто сыграют сюда и легко выигрывают. Это понятно. Но если черные нападают с этой стороны, то можно провести тоже небольшую комбинацию. Черные отдадут одну шашку, затем еще одну, затем еще одну. И дамка совершает вот такой удар. И возникает финал под названием штаны или распутье. Вернее, не распутье, а вилка. Прошу прощения. Но в этой позиции черные сыграли dc5 и позволили белым провести эффектную ничейную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Она ведет лишь к ничьей, но все-таки у белых плохая позиция и защищаться без комбинации довольно-таки тяжело. Белые играют cb2, пропускают черных дамки и затем играют fe5. И у черных есть несколько вариантов для взятия. Друзья, если вы не нашли комбинацию за белых, то теперь давайте разверну позицию. Попытайтесь найти решение за черных. То есть у черных есть два варианта. Можно побить на поле f2, можно побить на поле b2. Один из вариантов проигрывает. Вот тут как раз распутье получается своеобразное. То есть, друзья, все-таки бить на поле b2 нельзя, потому что белые побеждают. Отдаем две шашки, и белые попадают в дамки, затем продолжают свой удар уже как дамка и легко побеждают. Поэтому в этой позиции на поле b2 бить нельзя. Надо бить только на поле f2. Теперь белые играют cd4. Теперь у черных снова есть несколько вариантов взятия. Можно побить шашкой на поле e3. Можно побить дамкой на поле e3, f4 и g5. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти все-таки ничью за черных. У черных единственная ничья. То есть шашкой бить нельзя. Если черные бьют шашкой, то они здесь проигрывают. Попадаем в дамки. И черные не успевают пройти в дамки, так как белые отсекают их по большой дороге. Правильно за черных в этой позиции бить только дамкой на поле e3. Обратите внимание, что на поле f4 нельзя бить. Из-за того, что белые снова побеждают, шашка попадает в дамки и продолжает свой удар уже как дамка. И снова белые празднуют победу. Кажется, что в этой позиции черные могут побить и на поле g5. То есть, если белые будут бить таким образом, то будет ничья. Или таким образом черные даже победят. Но на самом деле белые бьют назад, хитро, и черные снова проигрывают. То есть белая шашка попадает в дамки и продолжает свой удар уже как дамка. И снова, друзья, на такой ход белые отсекают черных по большой дороге. А если черные играют таким образом, то снова отсекаем по большой дороге от похода в дамки. А если черные играют таким образом, то тогда нападаем. Надо отходить. И белые здесь легко выигрывают. То есть играем на поле c3, фиксируем эту шашку. У черных единственный ход. Снова нападаем на эту шашку уже. И затем возникает финал вилка или штаны. То есть две черные шашки не могут сделать ничью против одной дамки белых. А как же все-таки правильно было бить? Правильно бить только дамкой на поле e3. И теперь белые после удара, шашка превращается в дамки, и затем можно бить либо на поле d2, либо на поле c1, без разницы. Партия заканчивается ничьей. Следующая позиция взята из моей практики. На гамблере играл с контролем времени минута плюс секунда за каждый ход. Мой соперник под ником Маффин. Мне показалось сперва, что это сладкий маффин, но на самом деле маффин огрызнулся. В этой позиции сыграл cd4. Конечно, при этой расстановке, эта жеребьевка дебюта называется летающая шашка, то есть у белых летит шашка А3 на поле H4, у черных А7 на поле А3. В этой позиции надо было играть либо GF4, либо EF4 с равной игрой. А после CD4 уже черные перехватывают инициативу, то есть играем DE5. И видите, ход GF4 здесь уже проигрывает. То есть бьем на поле c3, ну и как бы белые здесь не били, черные остаются после всех разменов с лишней шашкой. То есть так играть за белых нельзя. Поэтому мой соперник в этой позиции закрылся. Я сыграл cd6. И обратите внимание, что в этой позиции уже ход АБ2 окончательно проигрывает, то есть играем БА5, грозим подорвать пункт С3 и пройти в дамки. А если белые размениваются таким образом, то все равно проводим несложную, но симпатичную комбинацию. И легко выигрываем. Поэтому в данной позиции надо было размениваться таким образом с шансами на ничью. А мой соперник снова ошибся и сыграл ЕД4. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Я сыграл АБ2, отдал одну шашку и затем FG5. Ну и в какую сторону белые не бьют, они проигрывают. Мой соперник побил в эту сторону. Ну и здесь, друзья, можно черным побить и таким образом, и на поле c1. То есть я мог выиграть и таким образом. После такого боя играем DE5. Ну, как бы белые здесь не били, черные попадают в дамки и легко выигрывают. Ну, в этой позиции я предпочел сразу же пройти в дамки. Мой соперник сыграл hg5. Здесь мне бы задуматься немножко, но я уже расслабился, посчитал партию выигранной и в итоге проиграл. Я побил на поле e5, и здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию уже за белых. Белые в итоге выиграли даже. Они сыграли АБ4, отдали одну шашку, затем поймали дамку. Ну и после всех разменов выяснилось, что у белых лишняя шашка, и в итоге мне пришлось даже сдаться. Поэтому, друзья, в этой позиции мне надо было побить правильно шашкой А6. Ну и после всех разменов, да, у черных не хватает одной шашки, но у них есть дамка, а сила дамки это все-таки 2,5-3 шашки. Поэтому черные могли в этой позиции победить. Вот так мой соперник проучил меня за невнимательность. Следующая позиция составлена талантливым белорусским шашистом Борисом Агашиным. Белые начинают и выигрывают. Ну, грубо говоря, последний ход черных был нападение на шашку b4. Вроде бы у белых нет хорошего темпа для хода, но на самом деле белые легко побеждают. То есть играем fe3. Сюда бить бесполезно. Белые легко выигрывают, поэтому черные бьют таким образом. Теперь отдаем еще одну шашку. Ну и тут без разницы, куда бить. Либо на поле f4, либо на поле c3. Затем играем gf2. Ну и после того, как черные бьют, белые проводят вот такую комбинацию. Отдаем одну шашку, затем еще одну. И в этой позиции, друзья, самое главное нанести правильный удар. То есть, если бить шашкой b2, как бы белые не били, все-таки будет ничья. А в этой позиции надо побить именно вот этой шашкой. Ну и после того, как черные бьют, теперь совершаем свой финальный удар. Внимание, друзья! Бьем шашкой b2 сперва на поле d4, потом на поле f6, затем на поле d8, и шашка превращается в дамку. Затем бьем на поле b6, затем на поле e3, затем на поле h6 и затем на поле f8. То есть вот такой замысловатый финальный удар. Только он дает победу. И затем снимаем шашки соперника. Побитые c3, e5, e7, c7, c5, f4 и g7. Так называемый турецкий удар. И белые выигрывают вот таким изящным ударом. Ну и последняя комбинация на сегодня. В данной позиции ход черных. Позиция их кажется плохой. То есть белые грозят отдать одну шашку и затем побить две шашки с выигрышем. Каких-то хороших ходов на сопротивление нет. Поэтому черные сыграли fe5. Белые подумали, что это жест отчаяния, и смело выиграли шашку. Но на самом деле этот бой проигрывает. И, друзья, можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Ой, за черных. Здесь она очень красивая и изящная. Одна из самых красивых комбинаций, которые я видел. Черные играют cd6, отдают две шашки и делают тихий ход fg7. Белые обязаны бить. Теперь черные подрывают пункт e5. И, друзья, в этой позиции самое тяжелое, как говорит Евгений Кондраченко, побить именно одну шашку. То есть, если бить шашкой g7 на поле 1, то это не дает выигрыша. Бьем именно шашкой d8 на поле b6. Белые обязаны бить. Ну и теперь совершаем первый удар. Шашка g7 попадает на поле e1, превращается в дамку и продолжает свой удар уже как дамка. Затем снимаем шашки соперника. Белые вынуждены бить шашку черных, и черные теперь совершают второй удар. Белые бьют, и черные совершают свой финальный удар. Шашка А3 попадает в дамки и совершает уже свой удар как дамка. Вот такая очень красивая комбинация. Друзья, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной доске. Вот друзья, смотрите, две радуги.